Здравствуйте снова, дорогие друзья. Продолжаем прохождение адской игрушки повелителем нашим. Отправляемся на самые наши любимые локации и будем с вами добывать все нужные вещички, которые я позабыл, благодаря голубым миньонам. Все это мы прекрасно сейчас попробуем, ребята, доставить. И где-то что-то, возможно, даже пройдем. Так, где мои друзья? Погнали. Хозяин, барин. Красная, синяя. Так, а что ты? Почему ты не можешь? Не понял. А в чем проблема-то? А, тебе надо туда именно подойти, там спуститься. Все. Так бы и сказал бы. Свиту-то нам надо увеличивать. Маловато будет. По-моему, это увеличит свиту, да? Вроде как. Бах. Теперь вы можете расширить шанс. Давайте мы сейчас. Хозяин, барин. Так, ну здесь вроде я все посмотрел уже. Кроме вот этого вот задания, но это последнее. Лично я их никогда не проходил, потому что не считаю их приоритетными заданиями. Там просто есть моменты, где надо каждого босса победить два раза, и это мне как-то не понравилось. Вот если есть основное вот это вот, да, вот прохождение, вот оно прикольное, а вот эти вот как-то не добавили. Так, не ну, я скажу честно, мне оно не понравилось. Может быть, я, конечно, его сделал, но в данный момент все, оно мне не интересно. Да иди, иди, иди. Так, в замке мы были. Вон отсюда! Так, это вот это было с ворота в замок. Теперь давайте здесь посмотрим. А ты не так уж и велик, чтобы избежать порки. Чего такие злые-то все? Вам бы все только кого-нибудь бить. А вот это у нас что за место? А, здесь полурослики были, здесь был Мелвин. Тогда мы отправляемся домой. Не смейте буянить в нашей деревне. Да нафиг она мне упала, в вашу деревню. Так, теперь куда идти? А, ну надо идти в эльфийский лес. Можно, конечно, было бы и дойти, но мы сейчас отправляться будем, ребята, в лес. Там тоже, кстати, очень много плюшек, которых я еще не смог
забрать. Так, смотрим. Планы. А, крестьяны. Это нам не интересно. Вечная ночь я был. Так, пик небес мы разобрались. Пик небес болота. Давайте отправляться в вечную ночь. Там у меня сейчас будет все прям четенько. Берем. Все, ребята, идем. Шаги усопших, о, они укоряют нас. От эльфов сплошное растение. Возьми себя в руки. Хозяин, блин, а как так-то они погибли-то там? Ну чё вы, ребята, не бережете это синих-то, а? Ну их так уже мало у меня. Так, мы на месте, да? Сейчас туда спустимся, там есть жабы. Их надо уничтожить, чтобы они съели моих голубых миньонов. Синие, которых красные, осталось только двое. Все! Зеленые! Красные! Синие, красные. Красные. Зеленые. Красные. Синие. Но у меня выбора нету, пускай пока один крутит. Все! Конечно, это долгий процесс, но все равно он, в принципе, делает. Тяжело ему, конечно.
Ну что сделаешь? Синих, конечно, я очень много теряю. Ладно, бог меня простит. Подписчики, я думаю, тоже. Так, отлично. Идем. Вперед, ребята. Логово черепа. Давайте посетим это логово. Интересно, что там за череп такой? Мы находимся прямо под деревом спящего эльфа. Его кошмар. Не страшно. Пока неплохо все. Ну, конченая. Жалко, опять синие погибли. Все, надо синих экономить, иначе мы не вывезем. Кажется, Аберон не хочет, чтобы мы шли в ту сторону. Значит, туда и нужно идти. Хочет, заставим. Так, давай, пока вот сюда. Пойдем домой. Это, походу, же мана, да? Да, это мана. Хотя мана-то мне не сильно-то нужна. Мне главное вот здоровье и миньонов, чтобы побольше было. Мана-то она, в принципе, не нужна. Да, жалко, голубых миньонов у меня маловато. Несем.
Вот мы и дома, ну что стоим, что стесняемся, давайте, 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 ребятки, несем, 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 несем. Молодцы. Вы набрали маны. Мы уже почти на месте. Вот он, этот пузырек. Здорово, черепашка. Ну давайте, ребята, ваш выход. Понятно. Пойдем. Нечего тут ловить. Пойдем домой, ребята, все. Мы свою задачу выполнили. Хотя... Назад. Откуда ты взялся только? Так, сейчас мы, наверное, открыли ближайший, который самый к нему. Остается один во дворце. И будем мы уже с ним дальше, наверное, драться. Он вряд ли к нам настроен дружелюбно. Не, ну в башню я точно возвращаться не собираюсь, поэтому давайте-ка обратно. Пойдемте, ребятки. Дальше будем чудить. Сейчас вернемся домой, посмотрим, куда мы можем попасть. Так, замок я весь ходил. Замок я весь обошел, так что ловить там нечего. Давайте смотреть, откуда корень закончился. Понятно.
Подожди, вот этот корень шел вот здесь. Чемоданы эти уже по 10 раз мы открываем. Надо вернуться обратно. Делать тут нечего. От того, что я его открыл, ничего в принципе не дало. Единственное, что надо нам найти, одно место, где нужно было сдвинуть этот парочку этих. Так, где-то должно быть это на краю воды. Надо искать. О, началось. Да, вот оно, это место. Нам нужны синие миньоны, чтобы вот это отодвинуть. Ой, что у вас тут? Красные, зеленые, синие. Ура! Да, лес самое тяжелое. Хозяин барит. Нам надо минимум 5, да? Идем. Красные, зеленые, синие, буры, хозяин барин. Да где все-то опять, а? Чё вы тормозите-то, блин? Где буры-то опять? Красные, зеленые, синие, бурые. Вы чё там зависли-то, я не понял. Все. Давайте так шутить больше не будем.
Мне что, охота бегать туда-обратно, вот терять синих вот из-за того, что где-то там потерялись. Не надо мне такие подарки делать. И так он, эконом режим уже надо включать, уже столько потерял. Красненькие, синие, бурые, все. Красные, зеленые, синие. Так, чё опять происходит? О! Так, а смысл того, что я это отодвинул-то какой вообще? Чё это нам дало-то? Надо как-то туда попасть. Синие! Хозяин барин. Только так. Только так. Давайте-ка сюда. Какой-то проход. О, понятно, идем домой обратным же ходом. Идем домой таким же ходом. Красным-то чё? Все синие. Все. Пойдем посмотрим, что там осталось вдалеке. Хозяин барин.
Что у нас тут? Священная роща. А. Все, что еще не тронуто. Священная роща. В ночном лесу. Смотрите, наше древнее дерево еще стоит. Здесь все заражено. Эти создания не знают, как уничтожить дерево. Я знаю, чужеземец, что тебе нужна помощь. Дерево хранит древний артефакт. Ну-ка. Нет, священная роща, что вы наделали? Что вы наделали? Нормально. Конечно, неправильно поступил, но что поделаешь? Надо было просто единорогов, наверное, уничтожить, да и все. Вот и все. Зеленые, красные, зеленые, красные, буры, буры, красные, буря и бая. Зеленые. Зеленые. Все красные. Вот придется сейчас всех обратно закидывать, чтобы пройти. Буры. Вы поправили здоровье. Хозяин бай. Красные. Все. Красные. Так, идем домой. Ура! Что-то уже как бы подустаешь это все. Одно и то же делать. Бегать, что-то искать кого-то. 206 башни, да? Так, остался последний, да? Последний корень. И как же нам его добыть? Вопрос-то очень интересный.
Идти-то я знаю куда, но как туда попасть? Может быть... Еще не стихли шаги усопших. О, они укоряют нас. От эльфов сплошное расстройство. Возьми себя в руки. Синие! Миша, они, а даже синие не могут перейти. Хозяин барин! Но как тогда туда попасть-то? Хера не пойму, как туда попасть-то. Надо на ту сторону как-то перейти, но как? Где-то должен быть проход-то. Выход может быть только там. Значит, надо там где-то искать проход. Правильно? Правильно. Там пещера только. Может, у нее где-то какой-то выход есть, но я не знаю, как туда залезть. Да ну нафиг. Не, так не работает. Где-то должен быть проход. С пещеры вряд ли есть выход, потому что я там везде был. Где-то должно быть другое место. Но какое оно, где? Непонятно. Понятно. Как-то надо вот туда как-то попасть. Может, где-то надо выйти с другой стороны? Подожди. А где есть какой-то проход, который я не мог найти? Давайте тогда что? Пошли домой, в башню, и все. В следующий раз будем думать, как пройти, ребята. Пока у меня идеи нету. Пока у меня идей нет. Вечная ночь, болото. Скорее всего, надо что-то в этом замке искать. Там где-то должен быть проход. Ну, где зомби? Приветствую! Приветствую! Я тоже вас приветствую. Вот, у нас крестьяне, спасите синих птиц от Мумба. Это уже было, по-моему, подожди. Ну что, тогда давайте, дорогие друзья, на этом мы закончим еще одну часть прохождения. Всем спасибо, лайкос, коммент, подписка, адского вам настроения и демонического приключения. Удачи, ребят!